Офигеть, твою мать, ты... Откуда? Откуда ты вообще явился? Как он вообще нафиг ко мне подкрался сзади? Я его даже не заметил. Это просто офигеть. Ах, нет, пожалуйста, пожалуйста, я больше никогда не хочу встретиться с этим зомбарем-гигантом. Нужно валить с этого проклятого тоннеля, чтобы... Не хочу больше тут оставаться. Конченые зомби. Тише! Да сколько? Сколько вас тут вообще нафиг? Так, еще. Да пофиг. Да что у меня вообще с оружием? Офигеть, нужно вылить с этого конченого тоннеля. Офигеть, вот уже выход. Пофиг на эти патроны. Не хочу больше тут оставаться. Твою на... О, солнце. Офигеть просто. Я думал, этот тоннель никогда не кончится. Так, машины. Так, нужно сначала перебить этот зомбарик. Зомбарей конченых. Все. Даю слово, больше никогда не буду лазать по этим тоннелям, никогда не буду заходить в эти конченые проклятые горы и леса. Офигеть просто. Так. Нужно возвращаться домой. Может, в этих машинах будет бензин? Нужно проверить. Я почему-то вообще забываю то, что в этих машинах может быть бензин. Нифига себе. Даже знаю, что это за машина, это вроде Пагани Зонда или как она называется. Это, в принципе, пофиг, главное, чтобы рабочая была. Офигеть, есть немного бензина. Надеюсь, что я смогу доехать домой. Хоть, в принципе, тут немного бензина, но надеюсь, что я смогу доехать домой. Надеюсь, что хватит. Пожалуйста. Я хочу просто отдохнуть. Я хочу просто... Тихо. Иди сюда, паскуда. Иди сюда. Так, тут я вряд ли смогу проехать, а вот тут... Так, там зомбарь. Тут я тоже вряд ли смогу проехать. О! Нужно спрятать эту машину, может она мне даже когда-то пригодится. Может я за ней даже вернусь. Главное ее спрятать, чтобы никто не украл. Чтобы никто не украл и... Никто не затоптал, учитывая кого только что я встретил. Офигеть просто, меня чуть инфаркт не схватил. Так, мне кажется, тут... Пускай она тут будет, в этом гараже. Надеюсь, никто ее тут не заметит. В принципе, ее видно. Если не присматриваться, то, в принципе, можно даже пропустить. Так, ладно, нужно возвращаться домой как можно быстрее. И нужно возвращаться к Жене. Нужно ему сказать то, что, к большому сожалению, я не смог связаться с военной базой, не смог спросить, не смог вообще попросить о помощи. Что самое главное, что очень печально, не смогу ему помочь найти его маму. Ладно, ну хотя бы вернусь. Может, я смогу починить вот это радио, если смогу найти нужные вещи, нужные части. И потом отремонтировать это радио. Ладно. Об этом немного позже. Что с оружием? У меня полностью все забито. Полностью забито хламом. Нужно очистить мои склады, мои ящики, мои сундуки. Отнести это все в гараж. Чтоб мне вот тут не мешало, а в гараже как раз будет находиться вот как раз самый ненужный мне хлам. Даже вот эти все вещи, вот это все. Вот, в принципе, я даже не смог испытать вот эту дубину, точнее, вот этот молоток. Может, он очень даже мне пригодится. Может, он намного сильнее, чем вот этот топор. Ладно, фиг его знает. Офигеть просто сушняк какой-то. О, ладно, это тоже можно все выложить вот туда. А вот тут сложить самые нужные мне вещички. Это тоже можно забрать. В принципе, даже вот этот лук можно забрать и унести его в гараж. Тут у меня будет самый ненужный мне хлам. Офигеть просто. Вот это вообще приключение. Никогда больше в жизни не вернусь в тот лес. Это просто что-то с чем-то. Никогда больше туда не вернусь. Так, возьму-ка я C4 на всякий случай. А то я так хожу. Или даже просто-напросто положу его в рюкзак. Может, в любом случае мне может пригодиться. Как, допустим, вчера, когда я нашел вот там завал этот, когда лез на вот эту вышку. И повезло то, что у меня была одна граната. А сейчас у меня нету, если я опять встречу какой-то завал, можно будет как-то пробираться. Офигеть просто. Ладно. Выдвигаю Жене. Надеюсь, он там все с ним. Все с ним в порядке.
Да пускай стоит тут машина, нету смысла на ней двигаться куда-то. Тем более тут у меня на вот этой дороге тоже... О, зомби. Ох, уже появились опять. Откуда они вообще? Откуда они вообще идут? Ну, в принципе, учитывая то, что я очень много стреляю, и 100% привлекает этот звук стрельбы. Ладно. Идите сюда, зараза. Так, на вот этого патрона и буду тратить. Нету смысла. В смысле? Так. Нет. Там же вот эта водонапорная... Нет. Пожалуйста. Господи, скажи, что они просто тут... Что они просто тут стоят? Они приехали сюда на машине, просто решили тут немного отдохнуть. Пожалуйста. Только чтобы они не нашли Жеку. Нет. Так. Нужно их как-то убить. Через этот двор я вряд ли смогу как-то туда пробраться. Поэтому нужно опять зайти через полицейский участок. Или залезть куда-то... Так, кстати, вот тут я смогу залезть на крышу через полицейский участок. И посмотреть, как там вообще... Так, дверь... Как я тогда пробег... А, вспомнил, тут есть дырка. Нужно придумать план. В принципе, их 100% нужно как-то убить, потому что нельзя их... Даже если они не знают, что тут Женя живет, 100% нельзя их оставлять там, потому что вдруг они решат... Так, тут никого нету. Надеюсь, никто сюда не успел прийти. Если они в принципе захотят там обустроиться в этой водонапорной башне, то там живет Жека. И нет, нельзя этого допустить. Нельзя этого. Офигеть, что дождь начался. Нет! Так, они его нашли! Нужно их нафиг перебить и посмотреть, как там вообще Жека. Как они его вообще нашли? Офигеть, просто! Что? Их трое. Как мне вообще их убить? Трое? И там двое. Ай, твою... Ладно, нельзя просто прыгнуть им на голову и сказать привет и расстрелять их. И тем более с крыши... С крыши нельзя их расстрелять. Потому что они меня заметят и просто-напросто смогут... Хотя один 100% сможет убежать. Так. А если я им на башку скину или коктейль Молотова? Или вообще С4? Если я прям кину сюда С4 в костер и потом сразу же его подорву, я в принципе сразу за одну секунду смогу сделать минус 3. Причем сейчас дождь, молния. Если я смогу взорвать С4 в тот момент, когда шандарахнет молния, то вот эти два подонка меня вряд ли смогут заметить. Они подумают, что это была молния. Потом я завалю вот этих и поднимусь туда к Жеке. И посмотрю, как он вообще там. В принципе, наверное, я так и сделаю. Сейчас! Так. Офигеть, меня что... Мурашки по коже, чуть не обосрался. Они не услышали. Это самое важное. Я успел взорвать. Я смог взорвать С4, когда шандарахнула молния. Ладно. Так, они, в принципе, что-то там... Что они вообще там караулят? Ладно. А зачем я вообще буду тратить патроны, если я просто могу их всех расстрелять с этой пушкенции? Паскуды, не трогайте Жеку! Так. Назад. Я надеюсь, больше там никого не будет. Пожалуйста, чтобы это были последние. Я уже успел убить трех бандитов. Пожалуйста, скажите, что Жека еще там. Жека еще там. Так, не трогайте его нафиг. Так, нужно возвращаться. Там я 100% не смогу пройти, поэтому нужно опять обижать вот это все. Бедный Жека. В принципе, почему он вообще там остался жить, если его маму украли? Они же 100% вернулись бы за ним. Почему он там вообще остался? Ох, тупой ребенок. Ладно, не буду я его сейчас винить. Это я виноват, то, что я его оставил. Ладно. Так. Твою-то за ногу! Ладно, не буду я терпеть это больше! Так, так,
Так, так, да, Жека, 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 пожалуйста, пожалуйста, будь там, Жека. Ай, твою... Я очень прошу, я очень прошу, Жека, Жека, пожалуйста, 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 пожалуйста. Да, мать! Кто? Кто? С чего ты вообще стреляешь? Ай, твою-то мать! Они похитили Джеку!